Тверичане также смогли познакомиться с культурой, традициями и народными промыслами Поднебесной в Тверском городском саду. В течение 2 дней действовала выставка «Под открытым небом культурного наследия китайской провинции Ляонин». Она была организована в рамках визита делегации в столицу Верхневолжья. Все подробности в нашем следующем репортаже. Китайские ремесла, кухня, народная медицина. Эти достижения и традиции представители провинции Ляонина демонстрировали на выставке в городском саду. Под открытым небом был развернут огромный китайский шатер. Атмосфера и восточный колорит позволили полностью погрузиться в другой мир. Всего здесь действовало около 20 точек разных активностей. Выставка проводится в рамках обменной культурных мероприятий России и Китая. Там есть хорошие мастера, которые считаются самых хороших наследников. Например, она резьба из нефрита, резьба из раковницы, культура из теста. Много народу. Я заметила, что ваши люди, они интересуются китайской культурой. С этой стороны нам очень рада. Атмосфера очень дружественная. Жители и гости города смогли оценить уникальную резьбу по нефриту, янтарю, фарфору и другим материалам, манчжурскую вышивку, традиционную новогоднюю роспись. Чень Дунмин занимается новогодней ксилографией долгие годы и с радостью показывал тверичанам свои работы, которые были сделаны специально для этой выставки. Смотрите, на середине это значит счастье, китайская иероглифа, с картиной вашей матрешкой. Это тоже сочетание дружбы. Это значит дружба Россия и Китая точно и вечно. Ли Сюс провела мастер-класс для желающих из народной плессированной бумаги. Специально для этой выставки матрешка специально сделана. Дружба между нашими двумя странами продолжается, Порошенко развивается. И это желание от наследников нематериально-культурных наследия, это желание, чтобы дружба между нашими двумя странами лучше и лучше. Также были организованы представления китайских артистов, демонстрировались единоборства и другие мастер-классы. Здесь же готовили разные вкусности из карамели и даже прямо на глазах тверичан жарили пельмени. Но не только этим представители провинции Ляонина удивляли тверичан. Десятки человек смогли на себе прочувствовать традиционный китайский массаж. Су Дзи Чен всем желающим провел сеанс мануальной терапии традиционной школы костоправства. Я наследник 4-го поколения, наследник государственного уровня Китая. Но с моей стороны я хочу через моей техникой облегчить боли российских людей. Это служу российской людей, чтобы они не так болели. Тверичане и гости города смогли в течение 2 дней увидеть и познакомиться с уникальными изделиями из Китая, посмотреть выступления артистов. Впечатления у посетителей выставки остались более чем приятные. Мне очень понравилось. Очень такая атмосфера, прям как будто бы в Китае. Я хочу попробовать пельмешки. Нам очень нравится, все интересно, необычно. Вот что-то готовят, рисуют. И мастера сидят, какие-то веера расписывают. Тут готовят, я не знаю, как это называется. Похоже на наши пельмени. Но очень интересно, познавательно. Совершенно чудесно. Мы буквально здесь 5 минут приехали из Санкт-Петербурга в Тверь, видите, и знакомимся с культурой Китайской Народной Республики. Здорово! Вот такие вкусности малыш ждет с нетерпением. Очень здорово, все понравилось. Вы дали бесплатный браслетик. Запомнится навсегда вот это мероприятие. На выставке побывал губернатор народного правительства провинции Ляонин Ли Лечен, который возглавлял делегацию КНР, посещающую Верхневолжье. Для гостей из Китая также была организована экскурсия в Тверской императорский дворец.